Всем привет! Сегодня мы едем в город Коломну, где я хочу познакомить вас со своим другом, музыкантом. Возможно, с его творчеством мы даже где-то сталкивались. Это Тазин Алексей, The Harmonist. Очень интересный человек, одушевный. Не только как музыкант, он развивался также как и художник, весьма творческая личность. Так что давно хотелось сделать данный видеоэкскурс. Надеюсь, он вам понравится. Шум Бразерс. Шум Бразерс. Здесь можно ходить-то, не? Ты давай не отмазывайся. Шум брат. Ялгой. Вот он. Давайте, господа, у нас клуб путешественников. Все культурно, все великолепно. У нас река Ока. У нас все красиво, все плавает. Вот здесь вот живет Алексей. Утром пойдем спокойно поплаваем. Займемся, называется, интеллигентной обстановкой. Называется, будем отдыхать по-человечески. В пансионате у Алексея. Да. Вот такой тут у Алексея пансионат. Ого-го. Еще интересно, у тебя гармошка есть. Саратовская. Саратовская? Да, играет она что-то. То есть она со встроенными драм н бэйс звучками? Да, с клапочкой. Хит-хэты? Сколько у тебя вообще гармоний? 5 гармоний и 3 баяна. Какая любимая? На баяны не играю, на баяны посмотрели. Но играл я тут на это баяне. Редко играю. Почему? Они интересны, клавиши мне интереснее, клавиши. Или на гармошке интереснее. Там строй разный.
Дабы они один строй, на гармошку другой строй. Вот эта гармошка тоже строй другой совершенно. Она тоже на ней умеет играть. Разные строй. Ну, баян, они ближе к клавишному же, да, получается? Да, они, ну как рояль тоже самое. Там все полностью... Строй-то приблизительно такой же? Нет, строй конечно. Ну, аккордеон, это клавишный аккордеон. Там клавиш, как на пианино, как на рояле. Uh-huh. А баяны кнопочные, там строй другой совершенно. Uh-huh. Там не так, что просто играть, как кажется. Ну, же не все будет, надо учиться все. Век живи, учись. Сколько у тебя, Лёха, интересных девайсов? Лидер 205. Хватает девайсов, даже еще не всех показал. 10-дюймовочный мобильный проигрыватель винила. А, он моно, да? Моно, ну, да. Он и стерео моно. Было бы удивительно, если он был стерео. Один идет же этот, с двумя перемещательными скоростями. 45-33. Ну, стандарт. Даже есть автостоп, да, то есть он сам скидывает. Да, сам скидывает. Он это скидывал, да, сейчас посмотреть, отремонтировать. Идет коробочка, можно его нести как ящичек, поднял, взял, пошел. Тембр частот даже есть, присутствует. Шикарно. Вот такой вот ящичек. Здесь 6 больших пальчиковых батареек. Вещь. Взял с собой его куда-нибудь для девушки, венца. Положил его на коврик, да, около реки Оки. И все. Пшеничное поле. Пшеничное поле? Да, пшеничное поле. Спокойненько раз присел. Вот девайс. Коврик расстелил. Раньше все равно делали такой маленький такой, как он там внутри лучок, самогоночка. Там, ну, сейчас... Корзиночку. Да, все там. Это раз разложится полностью. Лучок, яички там, и сальцо, и самогоночка. Свойское вино. Свойское вино, может, самогоночка. Раньше мужики самогоночку. Ну, да, самогон. Замечательно. Да и свойское вино. Православную Дикси. Это место называется Православная Дикси, Алексей. Здесь он причащается. Около колокольни. А здесь стоял, знаете, стоял здесь? Шуховская, здесь за место памятника стояла Шуховская. Водонапорная башня стояла Шуховская. Где? Здесь. За место памятника. И фотографии есть. Здесь стояла Шуховская башня водонапорная. Большая? Ну, небольшая, ну, большая, естественно, водопорная башня. Ну что, попробуем, наверное, разобраться. Рота, подъем. О. Ребят, пойдем еще? Повыше.
Получше, пойдем. Вот, напорную башню, видишь ты? А, вот это? Вот. Шуховская, да. Здесь папочка стоит, а вот там вот рядышком, вот здесь. Вот, вот, здесь, вот здесь там стоит. Вот Шуховская башня, напорная. И фотки есть, ладно. И вот там сисливим. А вот здесь стоит часы. На самом деле далеко. Это на озёр лежит. Давай, спускайся. Дай я драм энд бейсик сыграю какой-нибудь. Давай, что-нибудь. Давай, нельзя. Исполни что-нибудь. Вообще нельзя. Соли, это тональности. Выше. Больше ля, вниз, вниз. Мы большой трогать не будем. Это где-то ля, это по-моему соли. Слушай, а в эту штуку мы не смотрели, кстати. Фотка будем делать? Не, здесь не надо. Выше, мы же выше делали. Ножище тоже красиво. Но кран, конечно, стоит не в красной армии. Чего? Кран стоит не в красной армии. Не, ну, пойдем. Я ругаться не буду в церкви, но в церкви матом не ругаться, только делом охерачу. Да, да. О, давай мы ответим что-нибудь. Отлично. Пойдем отсюда. Слушай, а где мы? А, вон здесь спускаться, да? Когда ты пошел, ты можешь сюда прыгнуть, что ли? Слушай, не ныряй. Эй, начальник, мы тебе ответили. О, как большой звучит. Блин, у меня аж в ушах зазвенел. Лёх, ты живешь в Коломне уже 20 лет, да, полжизни получается? Что-то века, 25 получается, если так, как живу точно уже, то есть ну, по прописке, ну, 20 лет. 20 лет. Как тебе Коломна? Отличный город. Вдохновляет для творчества? Для творчества вдохновляет? Ну, а естественно, как, а где я написал? Свои, так можно сказать, гастербуги, торрейн, треки. Свои лучшие треки написал в колонке. Что лучше? Они лучшие, до сих пор у меня только треков много. Лучше сейчас выпустим еще. Переживать нечего. Да, город красивый, особенно старая колонна красивая. Здесь, да, здесь колоится. Ты упускался. Любимый город. Там песню забыл уже. Любимый город. Ты выпускался на космосе, да? На Москву. Космос? Есть какая-то мечта, где бы ты хотел прям вот выстрелить на каком-нибудь лейбле? На хостел. На европейском. На хостел? Да. В Фокусе, может, тоже на Фокусе. На голландском. В Нидерланды. В Фокусе, может, тоже. Ну, ребята, оккульте, в принципе, не проблема, может, тоже. Как ты помнил, Торрейн, по-моему, писали. Торрейн. Трек, по-моему, играл этот. Тони Коман. Тони Коман. Да, и Гастербург. Гастербург тоже в эфире, в подкасте. Now every once in a while I get sent a tune that really takes me by surprise. And this is by a completely new artist called The Harmonist. It's called Gangster. Gangster's Boogie. I love this. А сейчас мы находимся у легендарнейшего магазина Коломны City Lazer. Все неформалы знают этот магазин. Неформалы, музыканты, обыватели, обычные люди. Все. Раньше здесь много было, очень много можно было что-то найти. А на данный момент даже есть пластинки. Есть винил здесь? Обалдеть. Вот Black Label Societies и Джастин Бибер, например. Слушай, нет, здесь играй, смотри. И Олег, тебе есть. Оригинал. Такая же, как он. Он лежит. Видим рань. Группа Space. Обалдеть. Назарет.
Рок-поп не хочешь? Да, Майкл Мюр есть. Фольк рок. Тут чего тут нет? Омега. Польский. Вот, смотри, я тут смотрю. Диперка здесь. Я видел. Ты сиди сегодня. Вот она. Джон Колдрейн. Не дешевая. Да, ну слушай, я помню. Это он приближен. К технарю. К технарю. Но он похож. Ремешок. Ну там зависит от иголки, если иглу взять, главное, чтобы нормально был фонокорректор. Слушай, ну видишь, что тут есть. А так нужно шурусские иглы поставить, и в принципе, если нормальный фонокорректор поставить, то есть отлично будет. Ну да. Ну что-то, конечно, 25 рублей за него что-то дороговато. Проще мне технарь купить за полтинник свеженький, япошки, чисто японский. Слушай, ну блин, аудиотехника. Да, что? Нормальный. Что нормально, что нормально звучит? Все, ценник на нее. Ты купил, что ли? Вот, русский рок, пожалуйста. Аукцион у них. Ну, это походу репрессы, да, получается? Духаст. О, Hellraiser. Здравствуйте. Отлично. Ой, черный обелиск. А, это новый. Колонна-то радует. Живет колонна, живет. Да, вообще отлично. Если не хочешь, сколько здесь было куплено сидюков? 28 гигов рубль стоит. И все остальное, да? Ну, это же легендарный. У меня же коллекция осталась еще до сих пор. Даже мой привод лежит даже специально. Сидерлазеру огромный респект, единственный магазин, который занимается винилом. У меня компакт-дисков полно в моем чемодане. Да, я у меня тоже сам. Они от Сидерлазера откуда? Ну, проще говоря... Я закупал. Такие треки, которые сейчас даже не найдешь. Кто жил в Коломне, все закупались в основном здесь. Сидерлазер. Потому что ничего больше не было. Он был еще в Галутине, потом здесь подкрылся. Да, да. И то, что сейчас вот такой ассортимент это у них... Такой материал, который даже на интернете найдешь. У меня есть такие сборники. Пожалуйста, Джон Колтрейн. Вот, двойник, 2600. Кому надо, бесплатная реклама. Лазер CD. Супер. Слушай, Лёха, Коломна, по-моему, единственный город. Старовайскую, да? Да. Единственный город в Москве Старовай. Больше нигде нет. Вот так вот. Коломна единственный город с трамваями в Москве. Лицо города. Лицо Московской области, город Коломна. Thank you.
Лёх, я помню, что у тебя было несколько вещей, которые выходили на проекте Fisher Duck. Ну, это альбом Мандрюхин, Fisher Duck. Это Soul System. Да. А это сборник вот такой... Здесь ты выходил Teardrop, да? Ну да, здесь пел, коллекция какая-то. Космополитик. Вот Тахарманист. Я. Вот Пархелия. Призма. Палладиум, все. Ребята все нормально. Я так понимаю, это Limited Edition. Ну да, это как бы, то есть это. То есть. Смотрим, что. Future Engineers. Future Engineers выходила на космосе? Инклир, да, на Инклир. Ого, вот об этом я не знал. Никогда. Женька с Питера. Еще был винил. Да ну, что там? Винил, вы же там очень редкое количество. Я знаю, что это тоже Limited Edition на Cosmos Music. Да, в коллекции она у меня... Первый у Ромы, вторая у Андрея, а третья у меня. По нумерации. То есть это номер три, да? Да. А у них были какие-то части или это... Это эксклюзив. Это единственное, 100 да? пластинок. 100 пластинок, Limited Edition. Ну, не подвески. И здесь ты выходил с каким треком? Teardrop, да? Teardrop, да. Teardrop. Ну, ремейк, ремикс. Угу. Лёх, еще вопрос, на чем пишешь, что используешь, какой у тебя сетап, какие программы? Cubase. Cubase и Reason? Reason часто используешь? Можно, конечно. А с чего сыграть с Reason вместе? Давай с Reason вместе. А что ты в основном в Reason делаешь? Там, берешь оттуда сэмплы, какие-то ударные или еще что-то? Все что угодно. Все что угодно? А ты сводишь все в Cubase, да? Живой звук. Нет, в Reason тоже. Тоже в Reason? Они с синхронизацией. Так все просто, как кажется. Интересно. Ну, интересно. А насчет музыкального сетапа, что у тебя вообще? Ты о чем сетап? Ну, я имею в виду там колонки. То есть некоторые просто товарищи думают, что надо иметь огромное количество железа. Нет, звук надо привыкать элементарно. Ну ты бы хотел железо иметь в своем своей студии. Да, смысл. Можно вытянуть на Cubase. Ты же думаешь? Не думаю. То есть ты думаешь, что ты уверен, что... Да, да, можно. Да. Можно выйти. Если ты купишь железо, от этого ничего не изменится, да? Нет. Просто нужно уметь тянуть звук. Вот и все. Я помню, когда ты только все это начинал, ты начинал на самом дешевом, естественно, как, нужно уметь как тянуть, любой нормальный надо музыкант. Надо уметь тянуть звук. Это очень важно. И я могу тянуть звук. Ты, по-моему, делал на усилителе радиотехника с орбитой, да, который у тебя в соседней комнате. Да, была. Да, да. И все. Вообще у меня был усилок был Вега. Вега? Да, Вега. Нормально. Ну, что-то вот. То есть на данный момент ты используешь микроварвы, да? Стандартные. У тебя микролабы, да? То есть ты на них пишешь. У тебя нет никаких Yamaha, там, КРК, мониторов, да? Ничего такого. А ничего нет. Смысл? На них можно вытянуть, выразить какая-то. Не смысл, звуку привыкаешь. Да я тяну как могу. То есть я смотрю, где-то какие-то есть нюансы у звука. Зависит от абсолютного слуха. Слух если абсолютно, ты понимаешь, где-то есть фальшивый, где-то не фальшивый звук. Надо смотреть на об этом, это очень важно. Сейчас абсолютно случайно получился трек. Да, отлично. Ну-ка включи. Сейчас начинаем сначала. Абсолютно с ничего. Ну вот так. Погнали. We'll be right back.
твоя очередь, твоя очередь. Ну что, дорогие господа, мы на Марсе. До новых встреч. Наш марсоход скоро подъедет. Вам всем пиз, подписки, лайки. Скачайте инжиниринг подъедет. Творчество нормального. Не только drum and bass. Продюсера, великого человека, художника и гармониста. The Harmonist. С вами был Тазин Алексей. И он самый. Данилин Олег. Олег Владимирович. Всем пиз. Олег Владимирович. С Марса. Алексей Владимирович, мы с Марса передаем привет. Я пистолет. Я пистолет.